да, вы, люди, например, обижаете слабого, что этим компенсируете свою немощь? Я вот, ну, то есть животное не может вам ответить. Если бы могло, наверное, оно бы поступило с вами подобным же образом. Но дело в том, что вы понимаете, люди, скорее всего, имеют психические отклонения. Кто обижает слабых, я так считаю. И такие люди сами по себе и трусы, и нездоровы морально. Вот я увидела момент такой, очень случайно попалось мне видео, где мужчина выбрасывает котенка с третьего этажа. Слава богу, кошки у нас. Маленький черный шотландец, мало. Ну, слава богу, что кошки у нас приземляются и не разбиваются с такого третьего этажа. Кстати, говорят, что для человека пятый этаж — это критически. Если выше, то, ну, как бы можно и с первого упасть, голову сломать. Но вот если вдруг так, то пятый — это критический. Вот с шестого попадают, если люди и выше, то это крайне редко, что без летального исхода. Вот он берет котенка за шкирку, что-то там ему говорит, сволочь такая, и выбрасывает его в окно. А, не знаю, женщина из моего города приехала в другой, где-то там она что-то, может, на заработке, и стала сожительствовать с этим человеком. Вроде как он сначала был нормальным, себя характеризовал, да, а потом начались рукоприкладства, но она женщина с ребенком. Уже первую кошку был инцидент. Ей пришлось отдать животное в добрые руки, он издевался. Теперь вторая кошка, якобы он купил этого котенка Сэма, черненький шотландец. Он там ей угрожает, порвал ее все документы, спустил их в унитаз. Звонит ей по телефону с угрозами. Она обратилась в общество защиты животных, чтобы котенка забрали. Плюс она обратилась к журналистам. Везде там про него слава такая, но она боится уже за свою жизнь. Я смотрю, у нее лицо в ссадинах. Это просто какой-то кошмар. И от него еще просто, ну, так легко не отделаешься. Представляете? Это сказать, ну вот зачем ты дурака такого, откуда она знала, естественно. Ну там, понимаете, такой социальный слой. Немножечко бедненькая женщина совсем. Как бы, может, от жизни такое, да, вот она. Как, может быть, она другого никогда не видела. Мы же все разные, с разными психологическими проблемами. Здоровых-то нет. Я порой не могу правильно подобрать слова, у меня в терминологии всегда хромало. Стараюсь, конечно, но это еще очень длительное время нужно, чтобы овладеть терминологией вообще в полном объеме, а может быть даже и никогда. Ну так я что хочу сказать? Кем надо быть, чтобы женщину хотеть довести до белого коленя, до испуга, до страха, чтобы взять животное и просто, снимая это на камеру, выкинуть в окно. А потом, когда он выкинул котенка в окно на улицу, он там пищал, бедный, да? А он его звал: кис-кис-кис, иди по стене, поднимись. Потом вы знаете, что он говорил журналистам: да вы что, я приехал этого котенка забрать, я вообще ничего такого не делал, это какая-то вообще клевета. Начали там, ездили к нему на работу, уточнять, что же из себя представляет сей гражданин. Ну, кто-то хорошо о нем называется, якобы он такой человек сердечный, всегда поддержит и словом, и пошутит, и ла-ла-лейла. А кто-то говорит, видно, что он грубый, он сидевший, тем более, видимо, его очень испортили места не столь отдаленные. Уж не знаю, за что он там отбывал наказание свое, но человек, видно прям там, что агрессивный, он никак не ожидал, он когда приехал, он никак не ожидал, что его будут встречать с
камерой, что его осветят на всю питерскую, скажем так, да, и неизвестно, чем дело кончится. Котеночка взяли на передержку. Когда женщина уедет, она, похоже, собралась возвращаться к себе домой, в наш родной город. Но вы знаете, что я хочу сказать? Везде можно найти работу, если только ты хочешь работать. И, к примеру, да, вот я сейчас работаю уже достаточное количество лет в одной организации. И я за свое место держусь, хотя я не могу сказать, что мне нравится моя должность, мой профиль. Но я на другой должности-то и не работала, и навыков как таковых у меня нет. Математического, аналитического склада ума я тоже не имею, поэтому я не рвусь в бой там становиться каким-то суперменеджером по расчету объектов и проектантом. Мне тоже не быть, потому что точные науки для меня всегда были под каким-то запретом и табу. Я человек не очень внимательный, не очень концентрируемый. Я больше как, скажем так, из разряда «напиши, поболтай». То есть у меня такая организационная больше жилка. И, знаете, я люблю заниматься только работой тогда, когда она мне доставляет не только материальное, но и моральное удовольствие. И когда я включаюсь, то я уже могу и горы свернуть. Но, вы понимаете, конечно же, вот сейчас с моей должности на посудомойку, я не говорю, что там стыдно быть кем-то, да, но сложновато в моральном плане, когда ты закончил университет, идти работать посудомойка или поломойка. Я ничего не говорю, я полы мыла. Было время у меня такое, я ходила людям полы мыла, да? Было это лет так 10 назад, а что? Пошла, заколымила, я признаюсь это, я бы не хотела иметь как основное место работы. Не хотела, да. Ну, а так вообще найти работу можно. Найти работу можно, было бы желание. И уж, а куда уж деваться, да? Куда деваться? И пойдешь в любое учреждение, любое заведение, и пойдешь и горшки выносить, и полы мыть, и посуду. Куда только не пойдешь, если ты захочешь. А если ты не хочешь работать, ты всегда найдешь какие-то отмазки. И в нашем городе можно найти. Что уж она там, в Нижнем Новгороде, что ли, или где-то. Что уж там. Другие условия лучше, чем у нас. Я понимаю, там в Москву зарабатывать едут. Как-то и то. Вот у меня сейчас крестник, да? Решил остаться здесь. Решил остаться здесь, хотя хотел в Москву. Ему там предлагали зарплату, он повар. Ему там предлагали зарплату, он повар, 80 тысяч рублей. Я ему говорю, давай, смотри сейчас. Сколько ты будешь отдавать за квартиру? Сколько ты будешь платить за проезд и что у тебя останется? А здесь ему предложили 60 тысяч рублей за равную плату. Ну и мы посчитали, что, естественно, это лучше остаться дома, жить в своем доме и не париться. Звезд с неба не хватает, как говорится. Будет выше что-то, но здесь они и предложить не могут больше. Все, ребят, берегите своих животных. У меня сегодня дома, как и на улице, похолодало. Естественно, дом тоже похолодало. И моя Серафимка всю ночь спала у меня на ногах. Потом она пришла ко мне греться под одеялку. Никакие приборы отопительные мы не включали, поэтому замерзли. Она мне уткнулась в лицо, а я грелась в нее носом, потому что нос у меня замерз, и я в этот пуховичок сунула нос, и вот так вот мы грелись с ней, потому что папка наша на работе сегодня придет. Так что вот такие дела. Берегите, ребят, не обижайте своих животных, не обижайте братьев наших меньших. Люди, будьте добрее, не обижайте тех, кто вас слабее. Ну, бухните немножко, видит немножко. Все. Всех обняла.